Адам Джерим провел рабочее совещание по вопросу организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Северского района. В ходе мероприятия прошел конструктивный диалог между представителями местной власти и генеральным директором ООО «Кубань-переработка» Александрой Смолиной. Зачастую мусор, образованный вокруг контейнеров, это мусор, который не поместился по какой-то причине в контейнер, либо который был брошен рядом. С главами проговариваем вопрос, что данный вид работы относится все-таки к благоустройству территории поселения, но никак не к социальной услуге по выводу мусора. Наша задача приехать и опорожнить этот контейнер, а не убирать вокруг территорию, где установлены контейнеры. Уборка территории возле мусорных контейнеров относится к благоустройству поселков, а потому и должна проводиться местной администрацией. Некоторые главы поселений эту проблему уже успешно решают. Уезжаем и подключаем свои силы вокруг площадок, убираем и не допускаем этой сложной эпидемической ситуации, которая, слава богу, не наступила и не наступит. Ну, как-то комплексно решаем эти моменты. В конце Адам Джерим подвел итог встречи и попросил коллег держать данный вопрос на постоянном контроле. Пока этот вопрос не решится и не будет регионального оператора, вы не сбрасывайте со счетов вот своих вот рабочих свою технику. Где-то, если вы видите, что они не успевают, вы сразу подобрали и увезли. По-другому пока не получится. Работаем вместе, пока вместе зайдет оператор, пока они не получат тариф, мы вывозим, убираем и принимаем весь мусор, который везут. Северский район – наш общий дом, и чистота в нем зависит от каждого из нас.